Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Hungry Dragon. Голодный дракон. Так, ну что же. Ешьте, чтобы выжить. Движение и ускорение. Да, ребята, напомнила мне эта игрулечка. Помните, Hungry Shark, то есть голодная акула. Я думаю, что разработчик один и тот же, так что давайте, поехали. Но мне, наверное, придется немножко здесь, ребята, поменять кнопочки, потому что они у меня еще не расставлены. Значит, здесь у нас будет движение, там у нас будет ускорение. Так, нажмем на паузу и поменяем. Ну, давайте проверим. Надеюсь, все у меня здесь правильно стоит. Так, отлично, ускорение работает. Не знаю. Ну, в общем, давайте поедать с вами. Тут у нас птички, я смотрю. Ну-ка, иди сюда, птичка. Вау, как много птичек. Да, ребята, игра точь-в-точь как... Оу, кролик летающий, ребят, вы видели только что пролетел? Куда он? Куда он дел... Ой, тихо, тут какие-то призраки у нас. Не надо мне с ними связываться. Птичек, да, птичек, милое дело, ребята, лопать. Оу, паук какой здоровый, нужен дракон побольше, типа мне говорят. А вот этих вот паучков, ребята, маленьких мы с вами, оп-оп, очень даже легко съедаем. Какая-то башня здесь, давайте-ка поднимемся с вами повыше, посмотрим, что здесь у нас. Что это такое? Оу, опасно было. Хе-хе, съели барана. Причем так легко, давай еще одного слупендим. Так, а это у нас что за вороны здесь? Воронам здесь не место. Огненная лихорадка. Вау, я все тут жарю. Ребят, смотрите. Я куда-то поднялся. Открыта область грань. Слушайте, а я почему-то, ребят, туда не могу взлететь. Меня почему-то вниз отправляют. Странно как-то. Ух ты, смотрите, монетки. Монетки, это денежка, видимо. Ну, я могу здесь пробить? Нужен дракон S. Ага, тут еще... Каждый дракон, у каждого дракона своя специализация, да? СМ... Оу, тихо, мина, елки-палки. Ну как же так, ребята? Как же я так не увидел-то? Да, здесь... Оу, смотрите, ребят, дракон. Кто кого? Кто кого? Я его схватил, я его порвал, я его съел в конце-то концов. Я получил новый уровень, ребят. Оу, тихо, тихо, тихо. Это что такое сейчас было? Вы видели, там был какой-то гигант. А это что за перец такой? Так, открыта область, город гоблинов. Только не говорите, что там был просто гигантский какой-то гоблин. А что, в принципе, вполне. Да неужели музыка какая-то началась? Я уже думал, что здесь мы будем так вот в тихушечку, без музычки проходить, но нет. Что-то зашуршало, ребята. Горшочек с золотом. Так, X2 убийца. Вон он, ребята, этот кролик. Что будет, если я его поймаю? Какой он шустрый был. Но я его съел. Нужна еда, так я и так же ем. Куда еще так? Какая еще еда тебе нужна? Что тебе постоянно не устраивает? Давай вот этих вот павлинов, мавлинов съедим. Ну хоть одного-то. Нужна еда, ребята. Когда вот это вот предупреждение идет, что нужна еда, мы можем с вами с голодухи, как говорится, погибнуть. Ну что ты будешь есть или ты будешь просто их жарить? Оу! Это кто сейчас такой, ребята, меня атаковал? Какой-то золотой дракон. Так, не могу, ребята, к сожалению, спасти. Там требуется дракон побольше. Нужна еда. Орел, иди сюда, степной, я тебя хочу съесть. Да, съел, конечно. И откуда же я, интересно, начну? Неужели с самого начала, ребят? Ну, этого не может быть. Этого не может быть. Так... Коснитесь, чтобы пропустить. Очки. Новый рекорд. Всего получено. Бонус выживания 57. Так, чтобы открыть дракона Безумный Жракс, нам нужно вот столько-то, ребята, опыта. Уровень 3 из 8. Ну что же, нажимаю, чтобы продолжить. И мы с вами таким макаром, ребята, будем собирать монетки. Соответственно, будем... Оу. Так, размеры. Есть драконы разного размера. Вырастите дракона до предела, чтобы открыть следующего. Так. SSMLXL. Ну, предположим. Так, а что мне нужно? Получить 60 кристаллов. 100 кристаллов. Вау, 150. 200. Оу, китайский дракон. Слушайте, но прикольно, ё-моё, этот вообще убер-пупер, убер-пупер-дракон. Фелли и Хайт, Дон-дракон. Ну, а я кем-то играю, чё у меня за... Зубасик, ребят, это просто зубасик, оказывается, вот оно в чем дело.
Так, миссии. Выполнение миссии — самый быстрый способ получить монеты. Если вам не нравится миссия, ее можно пропускать с помощью кнопки «Дальше». Так, съесть канарейки 77 штук. Награда 400. Так, оставаться в живых 2 минуты, но это, по-моему, проще простого. И набрать 3000 очков. Награда 1200. Ладно, ребят, я с этим полностью согласен. Давайте попробуем выполнить все эти задания. Нам нужно расти. Только вот единственное, не понял, как понять, выросли мы до максимума или нет. Может быть, нас автоматом как-то будут перемещать или осведомлять об этом. Так, ну, в данный момент, в любом случае, мы с вами играем за Зубастика. Открытая область, старая деревня. Эх, где же канареечки мои? Где же вы, родные? Дайте, скушаю я вас. Я очень голодный дракон. Я вижу тут... Так, это что такое? Это какая-то, ребята, карта. Смотрим. Открытая ежедневная карта. Теперь доступны бонусные локации. Бонусные локации, ребята. Тут Y, тут N. Хорошо, давай посмотрим, что это значит. Вот здесь вот у нас где-то буковка... Эй! Кролик, иди сюда, я хочу тебя съесть. Отлично. Так, вот здесь, ребята, смотрите-ка. Нам показывают куда-то типа вниз идти. Но это ведь привидение, зачем оно нам нужно? Так, барашки, пардончи, я просто очень голодный. Я хочу кушать. Понимаете, я хочу кушать, я голодный. Во-во-во-во-во-во! За задницу и съели. Ю. Ах, вот оно что, я должен собрать слово hungry, то есть голод. Ладно, я думаю, что это мне по карману. Так, вот здесь дальше у нас буковка N. Я поехал к ней, поехал. Точнее, полетел. Так, где-то вот здесь, да, ребят? О, тихо-тихо, мина, это опасно, ребят. Так, канаречки, где вы? Как определить, что я ем канареек? Кто это такой у нас? Не знаю, кто это был. Вот она, ребята, буковка N. Шикарно. Давайте посмотрим, где у нас еще. Г. На самом верху. Полетели туда, ребят. Так, давай. Оп. Пардонче, птички. Ну, я действительно очень и очень голоден. Ты, дракон, а ну-ка. Отшел отсюда все мое. Не отдам тебе ничего, вообще не отдам. Так, погодите секунду, ребята. По-моему, где-то здесь должно быть, да? Ага, вот, где-то вот в этом направлении буковка Г. Ну, я... Вот, вот она, ребят. Отличненько, что я вам могу сказать. Еще надо найти мне 3 буковки. Давайте посмотрим, где они у нас находятся. Оу, R у нас находится, ну, здесь. Полетели тогда, короче, к ней. Так, оу, барашек, да еще и с целью, с мишенью почему-то он был. Иди сюда, дай полакомиться. Огненная лихорадка, миссия выполнена. Вау. Тю, всех жарю, ребята, и за это я получаю монетки. А монетки — это хорошо. Мы тут, я так понимаю, проапаться не сможем. Так, вот это мне не нравится. Типок какой-то подозрительный, пучеглазый. Опасный, наверное. Так, где карта? Карта где? Вот, значит, мне нужно вот туда. Как-то мне тут нужно ухитриться, пролететь. Иди сюда, барашек. Вкусненький-то какой был. Ой, прям так и говорит. Возьми меня. Так, что? Что такое, ребят? Я уже думал, что я застрял. Нет, все... Пока. Так, здесь мне не пройти. Погодите секунду, это что у нас такое? Монетку я какую-то подобрал. И еще монетка. Мышки летающие. Оу! Пардончи, ребята, пардончи. Не успел среагировать, не успел отвернуться от этой бомбы. И, как видите, взорвался. Так, ну где же, где же? Я думаю, что вот этих вот пауков можно мне есть. Они не ядовитые, все нормуль. Так, горшочек с баблом. Так, секунду, ребят, надо посмотреть, я что-то не врублюсь. Так, R. Где-то вот здесь, уже недалеко совсем. Давай. Ну, я вам скажу, ребята, мне нравится... Оу, боже, как было. Мне нравятся вот игры такого жанра. Очень замечательные. Так, так же, как и акулу я играл. Так же, ребята. Ну, а естественно, от вас я жду комментариев по поводу этой игры. Нужна еда, голод. Да какой же голод? Я уже столько ем. Буковка... У, где-то вот здесь, ребята, недалеко. О, это кто такие? Я их съел. Я их просто-напросто съел. Но почему-то все равно нужна еда. Странно как-то. Я вроде бы как бы ем, птичек ем. Неужели ты такой... Что это за золотой орел? Риск здоровью. Ну, я не знаю, ребята, риск здоровью. Я, главное, поедаю. Сжег там чувака. Ну, зарабатываю, по крайней мере, деньги.
Так, опять это тут дирижабль, опять эти тут целенькие. Секунду, я что-то не понял. Я летаю вокруг да околка. Да где же эта буковка-то? Вот где-то здесь же она должна быть. Где-то здесь, но я ее не вижу почему-то, ребят. Так, съел, съел. Секунду, еще разок. Вот, вот, прямо вот тут вот. Ну почему же я ее не вижу-то? Вот она, ребят. Отлично. Так, осталась всего лишь одна буква. Давайте посмотрим, где она у нас находится. Вау. В самом низу где-то. Ё-моё, ребят. Ладно, давайте попытаемся с вами. Тихо, тихо тут. Ой, нужна еда, ребята, нужна. Давайте, естественно. Ах, у меня нету гемов. Бамбалейла, вот тебе, что они написали. И что, и по ходу дела, ребята, я с буковками оплошал. Сейчас это задание у меня аннулируется. Жаль. Так, очки, ну здесь я уже, да, прилично насобирал. Бонус выживания получил. Вау. Так. Откроют? Откроют мне? Новый костюм. Открыт новый костюм. Поваренок. Получить. Ну, давайте, хорошо. Пускай он будет у нас в новом костюме поваренка летать. Слушайте, сейчас посмотрим, ребята. Что такое? Запасы новичка. Кушать подано. Ярость радуги, фиолетовое яйцо, улучшенное яйцо, монеты. Забрать. Ёлки-палки. Самоцветы 15 штук. Фрагментов золотого яйца 5 штук. Коснитесь яйцо, чтобы открыть его. И что же тут выпадет? Вау! Обычный питомец, капитан Гекилс. Защита от мин. О, спасибо большое. Защищает дракона от первого взрыва мины. Ну, неплохо. О, я еще могу открыть. Круто, ребята. Вот это да, вот это возможности у игры. Это кто такой? Обычный питомец Профисвин. Увеличивает количество монет, получаемых при поедании добычи на 5%. Слушайте, тоже довольно неплохо. И редкий питомец Ярость Радуги. Атака летающим рогом. Пронзает врагов с помощью магического рога. Единорог, ребята. Яйца. Во время игры находите оранжевые яйца, из которых потом вылупляются питомцы. Либо покупайте фиолетовые яйца, которые можно открыть сразу. Шансы на получение. Так, 93%, редкий 6% и легендарный всего лишь 1%, ребята. Опупеть. Так, что же у нас вот здесь такое? Питомцы. Питомцев можно получать, открывая яйца. Вы можете позвать с собой питомцев. Они будут повсюду следовать за вами и помогать во время налета. Некоторые питомцы обладают удивительными способностями. Питомцы и костюмы наделяют дракона особыми способностями. Вот это заманчиво, ребята. Так, а как мне, например, взять? Я хочу вот, например, вот этого. Атака. Ах, вот, он теперь со мной. И я могу только одного, да, ребята? Нет свободных мест. Хорошо, смотрите, чтобы открыть фиолетовое яйцо, нужно 25 кристаллов. А у меня всего лишь 15, то есть я не могу. Но я возьму, ребят, вот этого. Хотя, может быть, лучше взять, который монеты нам дает. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что делает единорог у нас. Так, это, я так понимаю, костюмы, да? Используйте костюмы, чтобы придать драконам неповторимый облик. Костюм открывается по мере роста дракона. Питомцы и костюмы наделяют... Ну, это я понял, это я читал, ребята. Так, нам нужно вот этот вот уровень 8 получить, чтобы, скорее всего... перейти, я так понимаю, на другого дракона или что-то другое нам должно будет открыться. В общем, ребята, все мне здесь пока ясно. Вот у нас с вами... здесь нет, ребята, следующая очередь. Это следующее задание, которое у нас будет открываться. Так что пока нам это не нужно. Мы, ребята, с вами... Так, еда плюс 10%. Это... А, вот, ребята, мы с вами одели костюм поваренка, да? У нас еда плюс 10%. Я так понимаю, за то, что мы едим, это к нам в плюс идет. Ну что же, 10% на дороге не валяются, и я думаю, что это нам пригодится. И также вот атака летающим рогом. Я надеюсь, он мне будет помогать в моем деле. Так, ну а мы с вами пока начинаем. Да, ребята, мы с вами, к сожалению, не собрали слово «хэнгри». Мне очень жаль, я хотел посмотреть, что оно будет... Эй, куда? Оу, ребята, яйцо, найдено яйцо. Представляете, я нашел яйцо только что на ваших глазах. Куда ты летишь, дурила? Так, а вот это что это за фея? Дай сюда, фея, иди сюда, я тебя съем. Я ее съел, нет? Нет, не могу поймать, ребят, не могу поймать ее. Чертова фея, куда она делась? Типа показывают мне, да? Значок такой. Деревенщины здесь недалеко. Кто ищет, тот всегда найдет. Эх, жалко. И задания, ребята, мы с вами тоже, к сожалению, профукали все, которые там у меня были.
Так, паучок, нет, я этого не могу. Единственное, что здесь немножко проблематично понять, кого я могу съесть, а кого не могу. То есть, подходит он мне по размерам или нет. Вроде бы я так смотрю на себя, не такой уж я и маленький, но тем не менее, не всех паучков я могу слупендить. Так, вниз показывают, типа, какие-то здесь будут гоблины. А что это за призраки? Я их могу съесть? Нужен дракон Эл. Нет, ребята, не могу, но они мне наносят повреждения. Так, идите сюда, маленькие попугайчики, я вас съем всех. Так, этих птичек тоже глаз какой-то. Оу, ребят, это какие-то останки тела были. И я их все съел. Не знаю, что мне это дало. Ну, опять пишут, нужна еда. Да что ж такое? Что же это? Что же это за такой проглот-то все-таки? Ну-ка, птички, идите сюда. Все, я их съел. Воу, крестьянка, крестьянка, слопал я ее. Так, вот этих птичек. Огненная лихорадка. И что же она мне дает? Она только дает то, что я могу их жарить и за это получать деньги. Оу, это кто такой? Это опять этот гигант, ребята. Открытая область, город гоблинов. Город гоблинов. Вы только представьте. А что такое? Почему завис? Странно. Так, гоблины, идите сюда, я вас хочу съесть. Куда они убежали, мелкие гоблинцы? Так, единорог, я думал, что ты мне тут, честно говоря, будешь помогать, но ты как-то их просто-напросто убиваешь. Я надеюсь, это засчитывается мне как в еду или нет. Что тут? Так, вот так грифона слопали. Так, что нам там дальше показывают? Какую-то опасность, да? Дерево, что такое? Гоблин, эй! Ты посмотри, что он делает, ребят. Он вбросался в меня динамитом, охламон несчастный. Вот так вот, ребят. Так что не так все просто, как хотелось бы. Мина, мина — это опасно, ребята. Мина всегда опасно. О, опять буквы появились, смотрите. Ах, вот оно что, так я могу. Если бы я знал. Так, ребята, смотрим, здесь какой-то, смотрите. Можем найти с вами сундук, вот именно здесь он находится. Получен сундук. И что же он дает? Так, этих лучше не трогать, ребята. Они бессмертные, и все равно я справиться. Ах ты, вот он, ребята, это гоблин-камикадзе, который на тебя летит и взрывается. Жарим всех, иди отсюда, птичка. Иди, иди, иди отсюда. Мне нужны монеты, ребята. Ну-ка, паучка, зажарим этого. Зажарил. Так, хорошо. Давайте-ка еще с вами глянем. Как раз вот здесь буква Х у нас находится. В принципе, они остаются, ребята, все на своих местах. Эти буквы, ничего абсолютно не меняется. И это обалденный плюс. Открыта область грани, ясно. Так, давайте посмотрим, где у нас еще с вами буковки. Так, вот здесь у нас буковка Н. Давайте к ней пролетим. Главное, чтобы не настал голод. И я успел все-таки ее подобрать. Где-то вот здесь она должна быть. Блин, как же у тебя быстро тратится ускорение. Так, кролик, вот она, буковка N. Забираем ее. Отлично. Так, теперь дальше смотрим, ребят. У нас буква R здесь находится. И я помню, что какая-то буква в самом-самом низу. Вот то, что карта здесь есть, это очень, ребята, хорошо. Это очень замечательно. Так, смотрите, здесь буковка R, буковка U, G. Поэтому поехали. Поехали вот сюда, вот, к R. Буква R, как раз у нас там все будет по пути. Гоблин, вот он, камикадзе. Блин, нужна еда, ребят, нужна еда. Да куда же они все? Голод! Неужели опять не получится, ребят? Неужели я опять... Оу! Птички, да ё-моё, ну что же, они какие-то, ребят... Мин еще! Да, ребят, дайте я рисанусь. Я не хочу так глупо погибнуть. Так, иди сюда, дракон. Иди сюда, я тебя съем сейчас. Ага, хорошо получилось. Так, по-моему, я в правильном направлении двигаюсь. Да, буква R как раз прям подо мной где-то должна быть. Вот она. Мне просто очень... Ух! Слушайте, эти привидения, ребята, даже не сгорают почему-то. Представляете? Ух ты, золотая свинья как это была. Е-е-е, я получил кристалл. Так, давайте посмотрим. Буковка... У, где-то вот здесь вот. Вот она. Отлично. Так, вот это какие-то очень здоровые, гигантские прям пауки. Не хочу с ними связываться. Давайте дальше смотреть. Одна буква осталась, ребята. Это G, и она находится вот здесь. Попробуем ее получить. Что это такое было? А, вот она, фея опять. Вот она, фея. Дайте мне ее попробовать. Я ее хочу попробовать поймать, ребят. Что будет просто, если я ее поймаю? Есть. Да, нужен дракон S, мне написали. Странно как-то. Ага. Захотел напасть на меня, а? Дракон получил свою атаку. Мины, это аккуратненько, ребята. Секунду, где? Ага, вот, все. В
правильном направлении мы с вами двигаемся. Мины, мины, кругом мины. Ёлки-ты-палки, что ж вас так много-то здесь. Так, паучок, пардончи. Я тебя съел, да. Дракон, ты будешь шкнать. Смотри, ребята, я не могу двинуться почему-то. Почему-то странно, он зависает. И я получил G. Так, ну. И что мне это дает? Хэнгри. Да это же жесть просто, я гигантский. А, ребят, мне тут даже не развернуться. Мне просто-напросто не развернуться. Я просто мега-мега дракон. Здоровенный-то какой, а. Прокорми. О, это что такое? Какой-то портал. Куда ты у меня летишь? Я не могу понять. Все, он опять стал маленьким, ребят, к сожалению. И я не могу почему-то лететь вверх. Меня, ребята, спустили вниз на землю. В общем, когда вы собираете слово «хэнгри», вы становитесь просто мега-здоровым, мега-здоровым драконом, которому все пофиг, который все съедает и все уничтожает на своем пути. То есть это очень хорошо, знаете, если ты знаешь, что где-то будет здоровый гигантский монстр, с которым нужно будет тебе подраться, ты набираешь слово «хэнгри», съедаешь его, и, надеюсь, все выполнено будет у тебя задание. Так. Ребята, не хватает, блин, еды опять. Да что ж такое, да, погиб. Ну что ж, я не буду ресаться, ребят. Оставлю 2 гема себе. И посмотрим, что мы с вами заработали. Мы, причем, не забывайте, нашли с вами одно яйцо. Так, очки, новый рекорд, 24 тысячи, нифига себе. Бонус выживания получил. Особые предметы. Ёлки-палки. Хм, ну-ка. Ну давай, есть. Отлично, ребята, открыт дракон, безумный кто там? Безумный Жракс. Новая добыча, S, кстати, он S ранг, ребята. А мне как раз нужен был такой, да? Ведь некоторых монстров я просто не мог съесть. Так, безумный Жракс. Получить за 2000, ребята, голды. Я его открыл, такой делаш. Конечно же, я буду его покупать. Так, вывести. Ну что, давайте посмотрим, кто у нас здесь с вами. А, через 6 часов, ребята, все, понял. Это у нас вот эти открываются сразу, а красные... Хотя мы можем пропустить бесплатно. Попробуем, ребят. Кто же нам здесь достанется? И... Обычный питомец Огнеглот. Бонус огненной струи. Так, увеличивает длину огненной струи на 10%, ребята. Все, понятно. Давайте его в коллекцию. Ну, в принципе, как-то так. Ну что же, я думаю, что нам с вами надо посмотреть, что это за безумный Жракс. Как он себя ведет. Поехали. Ну что ж, неплохо, совсем неплохо, я вам скажу. Ну, карта, конечно, здесь гигантская. Я так понимаю, она не одна в своем роде, она будет меняться. Мы будем с вами так же, как и про голодную акулу, попадать в другие телепорты, в другие миры. Там будем наводить шороху. Так, ну что же. Открыта область, вторая деревня. Ага. Вот единственное, мне непонятно, ребят, почему он иногда подтупливает. Тут упрется во что-нибудь, и все, и ни туда, ни сюда. Джи! Куда, крестяшка? Съел его, даже не поморщился, ребят. Так, нужен дракон М. Видите, для каждого монстра нужны... Ой, для каждого врага нужны свои драконы. Где-то М, где-то С. То есть... Не все так просто. Не знаю, для чего, конечно, это все сделали. Видите, тут нужен М-дракон. В чем же все-таки тут тогда разница? Ой, да что ж такое? Ну, видел же мину, ё-моё. Ну, что ж ты делаешь, Рей? Ну, ёлки-палки. Ну, как это так может быть? Так, жизни. Вижу я, ребята, что у нас жизни пока в норме. Так, опять мина. Я буковку Y подобрал. Так, ну-ка, паука я смогу съесть? Нет, нужен М ранг. Так, а это что за... Что это такое? Тут летает у меня, видите ли... На меня еще нападает из-под тишка. Так, а этого тоже ранг М. Слушайте, я был, по-моему, в ранге М, да? Мне писали, нужен ранг С. Теперь я ранг С, пишут мне. Будьте рангом М. Странно, что тут происходит. А почему мне так быстро тратится жизнь? Эй, ребята, нужна еда. Да я понял, что мне нужна еда. Где? Так, я съел вот этих вот птичек, дайте мне съесть. Так, это что такое за золотая фея? Маленькая, да? Смотрите. Я восстанавливаю себе довольно быстро ХП. Так, здесь ничего у нас нету. Иди сюда, ястреб. Я тебя съем. Так, давайте. О, еще одна маленькая фея. Я не могу понять, или она такая маленькая, или я просто такой уже гигантский.
Так, съел я ее все-таки. Так, ускорение у меня растет, жизнь у меня потихоньку восстанавливается. Но она, ребята, также очень быстро и тратится, вы посмотрите. Да если бы не эти мины, было бы вообще все великолепно. Просто я очень много на мины напарываюсь. Так, иди сюда. Гроза птичек, я получил достижение, да, типа. Воу, вот это самое то, ребят. Вот это самое то, я обожаю вот этих вот. Так, а это что тут? Притулился. Досиделся. Думает, я его не замечу и не съем. Да нет, как не так, все-таки слопал я его. Так, я получаю новый уровень. Тут уже ранг L нужен, зашибись. Так, давай вот это вот все. О, горшочек с баблом. Ну что, здоровье у меня практически все восстановлено. И это хорошо, ребята. Так, мина, вот она. Да что ж, я вроде пролетел мимо. Ребят, как она меня могла задеть? Непонятно. Так, я... Оу, смотрите. Золотые люди. Навертел. И дракона тоже навертел. Так, ведьма. Ведьма, куда летишь? Открыта область кладбища, ребята. Воу, кладбище. Мрачное место, наверное. Так, тихонько. Всех съем, не волнуйтесь, никто не убежит. Так, ребята, это ядовитый паук. Вот что. Так, ребята, у меня очень мало здоровья. И мне нужно кушать. Странно почему-то. Я не могу всех пауков, ребята, есть, которых вижу. Причем они ядовитые были. Оу, тихо, вот эта меня штука наверняка отравит. Жизни, ребята, очень мало жизней. Бесплатно. Нет, не буду я бесплатно. Давайте гем потратим. Хорошо, фиг с ним, так уже быть. Ведьма, иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Так, пожираем всех. Так, давай вот этих тоже съедим. Ну, куда ты? Не выделывайся, пожалуйста, не выделывайся. Вот эти решетки, ребята, мы уже с вами с полточкалом. Эй, куда, красуля, иди сюда. Поймал и съел. Ха-ха, даже не поморщился. Да. О, ведьма, где она? Чертовы деревья. Ах, она еще и кастует тут, когда... Ах, она защищается, да? Слушайте, ну ее проблем... Да где же она? Улетела, что ли, от меня? О, я уже голодный, ребята, очень много энергии потратил. Пока ловил я эту ведьму. Съел, все-таки успел я ее съесть. Я вижу, что мне нужна еда и нужно очень много еды, ребят, потому что здоровья практически не осталось. Деньги абсолютно ничего не дают мне, не влияют на здоровье никаким образом. Голод. Во, корова, лошадь. Вот, ну, наконец-то хоть немножко с вами подкрепились. При этом я получил огненную лихорадку, где мы чисто зарабатываем с вами. Подожди, я здесь могу пролететь? Могу. Все здесь жарим. Черт, я траванулся, ребята. Так, новый уровень. По-моему, я подрос, да, когда я получаю новый уровень. А что вот это такое за останки? Я когда их ем, мне что-нибудь дают за это или нет? Непонятно, так, крысы какие-то, гоблины. Гоблин, куда побежал, а? Родной ты мой. Рип, кладбище, ну это понятно, ребята. Кто там кряхтит? Послушайте, по-моему, тут гигантские какие-то летучие мыши у нас. Но это все равно здоровее. Я, вау, поймал чисто случайно дракона. Слушайте, мне не нравится, куда я, ребята, опускаюсь. Все дальше. Тихо. Что за воздушные потоки здесь? Опасно, я чувствую, здесь сейчас долетаюсь я. Ну, я уже, смотрите, подрос. Я даже чувствую, что я подрос. Хе-хе-хе, слупи, иди сюда, лодочник. Оу, я даже могу, ребята, под водой плыть. Не акула, конечно, но тоже ничего. Достижение, ребята, получил. Вот, смотрите, видите, вот он, вот что вот он так вот притормаживает, как-то непонятно. Подожди-ка, мне кажется, что у нас появится потом дракон, который сможет, наверное... Вау, уже нужна еда так быстро. Ну что же, я попробую, конечно, вот этих вот воронов доесть. Ну, что-то как-то не котируется, ребята. Я не могу подняться сюда, вы представляете? Риск здоровью. Все, я погиб, ребята. Ладно, хорошо, давайте посмотрим, что же нам дадут. Сколько очков, сколько чего и почему. Да, сложноватая она, однако, ребята, игра. Я думал, все будет проще. Нет, сложно. Очень сложно. Так, 12 тысяч мы заработали. Получено, ну как-то мало монет мы получили с вами. Особые предметы. Ничего, да, кроме золота я не получил. Ну, откроют мне вот этот? Есть. Новый костюм, радиация. Открытого костюма радиация получить. А что мне дает этот костюм? Интересно. Я смогу же почитать? Да должен, конечно же, я же про всех читал. Так, 90%. Ага, пошел донат, ребята, нет, я пока не буду. И давайте-ка, наверное, мы с вами посмотрим, что же это за костюм. Что же он делает?
Так, а как посмотреть? А, вот, урон от яда минус 10%. Ну, в принципе, сгодится, ребят. Так, а здесь-то что? Ах, я еще и летал, кстати, без... Да, а вот здесь вот второй слот открыт, да? Я ведь могу взять? Ну-ка посмотрим, ребят. Да, этот дракончик может носить двух питомцев. Ха-ха! Круто, что я могу сказать вам. Очень даже круто. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я, пожалуй, и буду завершать этот обзорчик этой игры. Если вам понравился, ставим лайки. Ну, а мы с вами увидимся в следующих новых видосиках. Так что всем пока, всем удачи и до скорых встреч.